Всем привет! Сегодня у меня будет дуэль против 100 моих подписчиков, и это не кликбейт. Мне стало интересно узнать, сколько человек смогут меня вынести в дуэли 1 на 1. Какие-то моменты были записаны позже, какие-то раньше, но я все это объединил в одно видео, и на мой взгляд получилось очень классно. Надеюсь, вам понравится, приятного просмотра. Ну что ж, начинаем. Первый соперник — это Финок. Если что, у меня стоят панчкик, ну а соперником я разрешил использовать все что угодно. Это нормальный соперник. Блин, не попал! Нет! О, хорошо! Да, плюс победа! Теперь какой-то лис, ну придется выносить лису. О, хорошо! Вот это да, вот это лонг панч. Блин, он просто от меня бегает, у нас здесь не физкультура. О, отлично! Почти, почти! Надо ждать какую-то сложную стенку, потому что... Ой, хорошо, победа. Захар2009, наконец-то достойный соперник мне попался. О нет, Захар, как же так, живи. А, все, он улетел. Он у меня в друзьях, но я его не помню. Но у него зеленый ник, значит. Так, не даем. Хорошо, победа. Я так понимаю, у моего соперника нет эмоций. Ну что, жаль. Я думаю, что долго он здесь не проживет. Что? Что это было? Долбанная молния! Я ненавижу молнию! Спокойно, не рискуем. Хорошо. Ему надо будет делать прохождение через стенку! Нет! Very supreme. Блин, это Тикмайн. Он один из самых сильных людей на нашем Дискорд-сервере. Как же мне сейчас будет неприятно. Я не знаю, как я его вынесу. Ай! Он уже начинает напрягать меня в самом начале. Ну, если его как-то только на ошибки подловить, потому что так просто, я думаю, что он не сольется. Спокойно, спокойно. Прыгаем. Он ошибся, он ошибается! Блин, не получилось! Сейчас. Да черт! Аккуратно, аккуратно. Блин! Нет, нет, нет! Черт! Я выжил, я выжил! Я не сдаюсь! Я не сдамся просто так! Как же тяжело против него играть! Блин, я так потею просто! Так, нормально, все, руиним сейф сейчас! Ай, нет! Что? Я победил! Это была очень жесткая катка. Этот скин обычно все киберспортсмены берут. Если он его взял, то он тоже получается киберспортсмен. Хорошо. Что он делает? Все, победа. О, Никас. Он же был у меня в ролике, где я новичков тренировал. Ну, сейчас посмотрим, чему я его научил. Ой, блин, Никас. Никас, извини. Я ненавижу таких душнил, которые просто первыми забираются на платформу и там ждут. Это что за тактика вообще такая? Ждать. Ай, я не успел панч прожать. Кстати, а вы уже знаете про зиму на PlayRock? Наступили новогодние скидки, и прямо сейчас там проходит большая распродажа. Здесь более 400 разных игр и приложений, и покупка максимально простая. Вы выбираете количество гемов, которое вам надо, далее выбираете товар, нажимаете «Купить», оплачиваете, например, с карты. И все, гемы приходят через несколько минут. На PlayRock огромное количество отзывов, вы здесь можете не только купить гемы, акцию, ну а также продать или купить какой-то аккаунт. PlayRock — это полностью надежная и безопасная площадка, ну а проверить вы можете это по ссылке в описании. Пользуйтесь. Надо как-то поднимать стату после прошлого поражения, потому что, ну это вообще было несерьезно. Блин! Нет. Я не понимаю, что происходит, я второй раз сливаю. Какие люди в Голливуде? Я знаю Чупика, когда-то давно он меня выносил, поэтому против него будет интересно. По нему вообще не попасть, он очень хорошо двигается. На фоне предыдущих соперников. Ой, он ошибся. Вот это да. Еще повезло, что его шипы так откинули сильно. Как же неприятно играть против таких людей. Ну вот опять, ну что это сердце? Что это за эмоция такая? Мне кажется, с ней неинтересно. Ты просто берешь и стягиваешься. А, еще и инвиз, да? А может у него еще молния? Из инвиза молнии, да? Вообще имба. Как же потно, когда у человека инвиз, нужно быть готовым, что он в любой момент может появиться и ударить тебя. Вот что он сейчас... Ай!
Что происходит? Он из инвиза пытается меня сердцем стянуть. Так, давайте сюда. Не хочу туда идти. За ним получилось? Получилось? Блин. Ну, я не знаю, надо как-то аккуратно его подловить. О, хорошо. Еще один душнило. Ну, ничего страшного, можно с первой платформы прыгать. А, я не долетел. О, нет. Хорошо получилось. Баффер! Спасибо, спасибо, что подставил свою голову. А все люди с припиской Xmas такие жесткие. Я прям чувствую, как он сильно играет. Сливает меня на опасных моментах. Ну, пытается слить. Я не знаю, как его выиграть. Это киберспортсмен какой-то. Ай. Ну ладно, просто живем. А, нет, что я сделал? Он успел прожать кик. Вот это, конечно, угарный соперник. Пингвин со снежком. Ну, посмотрим, как он меня сольет. Мне самому интересно. Как вообще слить снежком? Это самая плохая эмоция в игре. Ну, типа, да, она замедляет. С ней неудобно прыгать. Но в остальном, ну, это же фигня. Ну, объективно. А! Что? Я просто в шоке, как они это делают. Ну, я надеюсь, Вови-то я не солью. Правда, непонятно, откуда он выйдет. А, инвиз, на самом деле, очень полезный в дуэлях. О, он не успеет. Блин, он успел, нет. Спокойно. Ай, ай. Не получилось. Фух, повезло, просто на везение. Интересный ник, конечно. Ну, как обычно, буду сейчас его пытаться как-то залонгпанчить вначале. О, что? Он улетел! Если вы когда-то подумаете, что вам не везет в жизни, просто вспомните этого человека. Я вначале подумал, что это какой-то жесткий соперник, который в Block Dash Legendary профессионал. Ну, типа, нафармил этот скин. Но у него вообще нет эмоций, я не знаю, что он мне сделает. О, нет. Кажется, это конец. Давно я таких пингвинов опасных не видел. Но думаю, тут надо ждать более какой-то сложной стенки. Тихо-тихо, я успеваю. Хорошо! Из-за бодиблокать, отлично. У меня очень классный винрейт получается. Я не буду говорить, сколько там, в конце видео почитаю. Ну, там еще, конечно, старые катки есть. Ой, Платон, как же так? Но побед намного больше. Жареный цыпленок против меня сейчас играет. Ну что, придется тогда его сейчас съесть. О, мячик. Так. Ой, что такое? Все, пока. Но Кросспай может на самом деле. Я знаю его. Хороший игрок. Он у меня в друзьях. Так. Не получилось пока что. А вот сейчас? А вот сейчас все. Да ладно, это же мых Бобр 228. Легенда Бравла, он вернулся. Ну ладно, я так понимаю, это другой человек уже. То есть, ай! Он молнией пытался меня убить. А все же мых бобры используют молнию. И инвиз. Еще и сердечко, да, наверное, третьей эмоцией. А, нет, панч. Блин. Неплохо он живет так. Ладно. Я тоже живу. Ай! Как это было близко, он почти попал. У него какая-то очень странная тактика своя. Блин. Ай, да что это такое? Он юзает инвиз и подрывает динамиты. Это очень опасно. Я не понимаю, как они взрываются. Так, ну ладно. Можно как-то пытаться его, наверное... Лонгпанчить? Нет! Жмых-бобр! О, нет. Ладно, все нормально. Все очень нормально. Ай, не получилось. Спокойно делаем сейв. А, все, он отлетел. Но у него есть какая-то тактика, которой он придерживается. Опять ломает блоки на змейке. Ну ладно, я уже так прохожу против него. Хорошо. Нет, он успевает. Неудачно его подкинуло, блин! Спокойно, спокойно так и было задумано. Я так и планировал. Надо сейчас что-то придумать с ним. О, так нормально он будет делать сейф сейчас. Все, просто руиним сейф. Хорошо. Но повар сильный соперник. Он играет, наверное, примерно как я. То есть мы с ним плюс-минус на одном и том же уровне. Так, ну ладно. Аккуратно. О! Он ошибся! Вот это да! Победа. Мне не нравится этот скин. Как будто бы он меня сейчас хоронить собирается.
Но у него лопатка, она похуже панча, но, конечно же, инвиз. Нет, не попал по нему. О, а вот это он зря. Все, он не выживет. Победа. Я просто в шоке с этих ников. Иван Золо 2004. Но я ему не могу слить никак вообще. А, близко, кстати. Но какое-то понимание игры у него есть. Я имею в виду понимание пазлы Лунтик 3D. Но явно не StumbleGuys. Да как я не попал? Ай! Я не выложу эту катку. Это все будет вырезаться. Это не попадет в видео. Я не могу слить Ивану Золо. Вау, топ-1 СНГ игрок зашел ко мне в комнату. Вот это честь. Спасибо, спасибо, что уделил мне время. Ну, что? Может, он реально топ-1 СНГ? Быстрее! Блин, я еще не готов, я не готов с ним сражаться. Мне еще нужно подкачаться немного, прокачать свой скилл. Смотрите, как он грамотно движется, я вообще не могу по нему попасть. Он по-любому какой-то... Ну, не то, что топ-1 СНГ, но сильный игрок. Профессионал какой-то. Так, вот сейчас. Подождем его. А, что? А что он делает? Сюда! Я победил топ-1 СНГ. Петр, Осетр, ну что за ники? Ребят, забудьте жмых бобра, это все, это уже в прошлом. Вот, новая легенда StumbleGuys. Петр, Осетр. Кстати, он один из самых сильных моих соперников за сегодня. Ну посмотрите, что он делает. Как вообще можно придумать такой ник? Петр Осетр. Ну, допустим, его зовут Петя, да? Но при чем тут Осетр? Ну ладно. Ай! Фух, повезло, повезло. Так, змейка, как он будет ее проходить? А, я понял. Я думаю, скоро уже таймер появится, потому что мы очень долго живем. Я еще так стал более аккуратно играть, потому что он реально сильный. О! Все, Петр Осетр отлетает. Это уже последняя катка на сегодня, и посмотрите, мне кидает какого-то бобренка. Это что, друг жмых бобра? Пришел за него мстить? Я не понимаю, где он. Ай, что? Он из инвиза бьет молнии. Это, наверное, самый коварный соперник, которого я видел. Ой-ой-ой. Спокойно, спокойно, живем. Блин, что? Что он сделал? А кто победил? Да ну нет. Ну почему? Это очень важная катка была для меня. Ну а теперь настало время подводить итоги. Я отыграл всего 100 игр. Как думаете, ваши ставки вот, сколько из них я победил и сколько раз я слил? Ну что, сейчас я сам почитаю и скажу вам статистику. Итак, я все почитал, это было очень долго. У меня получилось 78 побед и 22 поражения. То есть винрейт у меня 78%. Но я считаю, что неплохо. Я же не считаю себя там топ-1 мира, да? Поэтому очень даже неплохо. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Он действительно получился классным. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.